vou deixar sua bunda ardendo. Vou dar tapa, 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 tapa pra cara. Tapa, 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 tapa. Deixa sua bunda ardendo. Я надеюсь, что ты это сделал. Я надеюсь, что тебя мать похуй. Нихуя, нихуя. Алло. Алло. Кто ты? Кому меня крашит? А я могу себя снимать. Всем привет. Меня зовут Еблан. Скролл. Уааа, блядь! Одной рукой, да. Да почему сюда? О, видишь? А? А, я умер. Блять, и как тесте, блять, ты что сравнил, блять? Так что ты угадал или нет? Кириешки ты будешь добавлять? Да, правильно, мой друг. Хлеб нарезаем и ебашим на сковороду. Только проблема в том, что походу хлеба у меня нет. Точно, помидоры. А салат? Хуй нахуй салат, блядь, что ты меня выводишь нахуй? Цезарь, салат. Ты что, ебанулся, блядь? Цезарь вообще добавляет салат. Ну листья салата, говори так сразу, мне нравятся вещи своими именами, а не говорю салат, салат, блядь. Чай. Для другого ингредиента. Какого? Попадайте, мои дорогие, блядь, дорогие салат. Зрители. Колбаса? Нет. Сосиска в тесте? Какая нахуй сосиска в тесте в центре, блядь? Ты уверен в этом? Может, я сзади тебя стою, вон там вот, около двери. Нет, не стоишь. Ты фитакс добавлял сыр в Цезарь? В Цезарь я добавлял сыр. Ну какой фитакса? Да я ебу, блять, какой сыр. Какой обычный я, сыр. Но он такой, что знаешь, кисленький. Ебать! Ты не тот сыр взял, иди в магазин. Я тебя убью, блядь, тварь ебаная, блядь. Ты сейчас допиздишься, я тебя ёбну, блядь. Этот нож весь в фитаксе, блядь, ты понимаешь? Если я тебя пырну, у тебя будет... У тебя в пузе будет фитакса, ты понимаешь? Это кринжови этого не... Швейцарские часы такой же охуенный. Да, ты такой же охуенный, я тебя хочу прям еблище разъебашить. Что я сделаю, да? Куда идут настоящие потные мужики? Ферма-симулятор. После тяжелого рабочего дня. Похуй буду лезть, осталось чуть-чуть. Давай. Ты охуел? Старый, блядь. На сколько услугах зарегистрировался, как ты говоришь? После этой фразы. Ну сколько тебе надо? Получается пройти еще 2-3 чекпоинта. Ну первый ты хорошо прошел, ладно, тут ничего не скажешь. Ты хорошо идешь, да. Чувствуешь себя победителем, наверное. Не отвлекай меня, пидорас. Да ну ты проходишь нормально, я считаю, это достойно уважения. Ты прям, ну, так идеально проходишь. Вот так. Вот смотрите, вот это мой кумир. Ой, блядь, это... Давай, пиздим! Че, ебанутый, нахуй мы пиздим? Отпиздим! Я говорю, 360. Да, нихуя ты, блядь! Ебанушка!
Ты че сделал? Ты сем, ты порядок. Ты хочешь, чтобы я извинился, Тим, или что ты? Нет, я не хочу, чтобы ты извинялся. Я хочу, чтобы ты стал на колени с этим багетом и сказал своей девушке, выходи за меня. Секунду, брат. Азаль. Тимур мне сказал встать на колени. Ты вниз смотришь, я так понимаю. Следующих. Нихуя ты глаз. А, блядь, заебал, ну точно. Я хочу плакать, мне как-то наблевать. Нахуй мне кровать. Не поможет мать. Не поможет папа. Не помогут все друзья. Ну, ладно, да, я присутствую на совет. Когда к нему еще заведет собак, я ее тоже отхуя. Я ебашу собак. Мне это тоже записай. Блять, давай там полную тогда фразу. Я бью женщин. Блять, по-моему, ты затесался не в тот район, мистер Добрые Ручки. По-моему, блять, мои друзья слишком бедные. Да. Ну не, слушай, нет, погоди, ты так заговорил. Дай денег, слушай, на доставку, пиздец, надо. Хлеба не хватает. Блять, во-первых, вы ебанутый нахуй, вы в натуре думаете, что я хлеб за 600 рублей покупаю? Да. Вы ебанулись? Да, да. Нет. Даже миллионер, блядь, мне кажется, берет хлеб за рублей 50, нахуй. Не факт. Нет. Без глютена берет хлеб. Ой, блядь, остановись. Я не могу, меня бесит, блядь. Просто доебался из-за того, что... Хуя. Ты не отдаешь, когда у тебя на заряд стоит, ты его все равно паришь на заряд. Я абсолютно нахуй вижу все, ты не переспоришь мне. Не-не, это она при вас просто так хуевается, на самом деле. Ты че охуевываешь-то? Блядь, стой, у меня игра в жизни! Все, мне, блядь, член не оторвало. Он мне вообще-то еще нужен. Ты че мне позоришь, блядь, пацаны? Ладно, все, я тоже реально добежусь, блядь, потом нахуй. Придется реально к Тимуру слезать. Все, подожди, брат, я за холм дойду. А, Азали, не бей! Нет, не надо! Нет, не надо, не бей! Ай, Азаль, больно! Дай перед пацанами, типа, я такой крутой. Типа, я не подкаблучник, вот это. Ну, подарили буквально недавно. На ежедневку, да. Значит, мои любимые X-Series Rush от Avon. Зелененький. Я, бля, обожаю. Какой ты подглядываешь? Чё, так сказать не сможешь? Не смотри, бля! Не смотри! И говори. Брэ. Азаля, может, ты чай не поставишь? Чай. Хочешь чай? Да. Я не хочу. Ну, поставь. Ой, я не хочу чай. Ну, поставь. Ты торт тоже не будешь кушать тогда. То есть я один его весь съем. Нет, я побольше. Нет, я весь торт сейчас съем. Азаль. Поставь чайник. Ну я занят, ну, когда ты что-то просишь, я делаю, когда ты играешь. Я тебе принес сегодня зеркальце. Так ты была занята, а ты сейчас не занята. Чем? Аниме можно поставить на паузу, а игру нет. Ты можешь ливнуть. Азаль, поставь чайник и будем... Поставь. Быстро. Мой приказ абсолютно. Увидев его, забыл мем. Арабская ночь. Там дивный восток, там Лёша ебут. Ну, на 300 рублей дорого. Блять, ты обогнал меня! Я обогнал тебя! А знаешь почему? Блять, не начинай! Потому что я абсолют! И вижу все. И пока ты не включил момент, я его не отрублюсь, блядь. Что это? У меня, блядь, запланирован секс. Всё. Он отъебался. Смотрим. Блять, понятно. Либо... Ебаные педофилы. Ну охуенное слово, чё? Компьютер не вывозит. А, блять! Да-да, типа ты должен, знаешь, как... Сейчас, блять. Что?
дурка. Алёша, Алексей. Мы самый лучший друг. Даже если ей не говорили вслух. Алёша идёт нахуй. Правильно, пошёл нахуй, Лёша. И вся твоя семья идёт нахуй. Ну да, мою же мать называют каждый день жирный. Я же, блядь, привык. Блядь, я твою мать ебал, если честно. Ну на этом мы закончим, пожалуй. Шорт тупой. Давай, давай, сука! Я родился под забором. Обозвали меня вором. Так, похуй, до пизды, похуй. Блять, что это? Нет, отмена назад. Блять, как это убрать? Там есть настройки по Яндексу. А, во. Иди нахуй. Нет! Ура! Спасибо! Нихуя у тебя там, блядь. Мир танков, блядь! Мир кораблей! Сука! Блядь! Сука! Твари с камерой! Суки, шлюхи, блядь!